Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием A Hate in Time. Окей, мы с вами еще можем создать одну реликвию, по идее, да? Даже еще вот эти соединить. Совпадает. Да. Так, ты определила реликвию со стороны планеты. О, вы ощущаете временное беспокойство в этой комнате, хотя, может, вам показалось. Что-то хотя бы за комната. Маленький поезд. И птицы. Вылетит как уменьшенная версия поезда, на котором птицы добираются до работы. Там внутри маленькие птицы. Они делают маленькие фильмы. У меня нет времени разбираться с обществом маленьких птиц. Если сможешь идентифицировать природу, что ты классно можешь, я обучал тебе всему, что знала. Ну, так, и что мне дальше делать? Я понимаю, что я туда могу сейчас пойти, но я туда не пойду. Это, походу, главы, короче, да? Вот глава одна, вот глава. Там глава, наверху я вообще не знаю, что. Тут глава. И у нас еще есть глава в этом. Как она называется? Две ДЛЦшки. Разлом, разлом, разлом. Золотой сейф. Золотой сейф. Глава города мафии. Население. 379. Задание. Взломать тот огромный сейф. Шанс спотеть? Надеюсь, нет. И у нас еще есть город мафии. Временной осколок упал и куда-то... И кого-то ударил. Упавший осколок образовал временной разлом. Ну, давайте. Золотой сейф. Город мафии. Золотой сейф. Мне интересно, сколько мне здесь нужно будет собирать на этот раз этих запчастей. Мне вот это интересно, куда летит. Так, он летел куда-то сюда. А, вот он. Это чисто код от сейфа. Ой, птицу не заметил. Уничтожаю на попал. Как говорится. Так, а где сейф был? Ага, все вижу. Ага. Короче, один идет к в сторону пушки, другой здесь. Может, у него еще что новенькое есть? Please, disregard. Не врезайтесь в стены. Антиударный значок. Типа, чтоб я не врезался и урон, да, не получил. Заменяет вашу... мопедом.
Хм. Неплохая вещь. Разломы. Город мафии. Подожди, а что мне делать? Что-то сейчас немножко не понимаю. Ну, типа, я за то, что какая разница? Типа, что мне не удерживать shift надо? Ну, такой на самом деле. Без... Все-таки херня оказалась. Зря деньги потратил. Так, дальше нам нужно... Пушки. Твои. А, на корабле вижу. Не спрашивайте, как я увидел. Ну, может быть, это прикольная вещь для боссов. Нужно будет как-нибудь пофармить эти херни без записи. Но пока что для фарма я вижу только эту локацию. Его всегда будут трогать. Так, давайте шустрее, потому что нам еще разломы собирать. Ай, блин. Мы не сходили за разломом складным. Я и забыл про разлом. Да не буду я это открывать, надоели. Ох, тут еще одна книга. Задача выиграть Честерн. Точно нет. Жульничество на гонке. У вас не хватает ключевого предмета. Ключевого предмета нету, ясно.
Давайте в синий. Это я, то есть туда должен сам попасть. Это место я не знаю где. Это я помню. Это на пляже. А, вон оно как это все дело работает, я понял. Так, ну что, в принципе, поехали. Мне, в принципе, не обязательно ж за ней бежать, так? Так, первая была на пляже. Так, сразу к первому расколу сходим на рынок. И тут, по идее, был первый, который нам нужен. Так, ладно, давайте сначала с этим. Временной разлом. Базар. А что от меня? Просто пробежать? А в чем сложность? Ну, мне их просто убить так ведь надо. Короче, не уверен. Ух ты ж, ё-моё. Оказывается, их было убивать не обязательно. Если то было тоже не обязательно, тогда, ну, их убивать. Я мог бы просто пробежать. Я думал, типа, убить, чтобы мне дальше проход открылся. А, то есть... Вон оно что. Я думал, типа, я сразу 3 приза получаю, а я 1 приз выбираю из тех. Ох ты ж, ё-моё, вот оно что. О, еще один. Уровень открылся, глава. Монатия покрасился. Полетели. Так, следующий разлом у нас был показан... Где-то у решетки, где у нас вода стекает. То есть, либо с этой стороны. Короче, с какой-то стороны, где стекает вода. Допустим.
Ну, допустим. Еще один разлом был на... На пляже, да, у нас? Пляж у нас с другой стороны. Подожди, хотя то место, где другой раскол, это как раз там, где мы этим стали. Призраком, не так? Так. Разломчик. Поварская мафия. О, мне... А что наверху? Подожди, пока я к этому не подошел. Какие-то картиночки. То есть я их тоже должен искать. А я думал, я где-то на вершине. Стоп, если нужно искать, тогда давайте искать. Одна из шести. Hello, little child. Привет, дитя. Это временной разлом мафии. Временной осколок ткнул мафию по голове. И теперь временной разлом наполнен мыслями и мечтами мафии. Это временной разлом самый простой. Простой как мафия, как мафии и нравится. Правило временного разлома. Если ты погибаешь, ты начнешь сначала. Тебе нужны шарики разлома, чтобы продолжить свой путь. Вот и все правила. Пожалуйста, будьте осторожны во время разлома мафии. Мафия нравится переживать прошлое. Окей. А, то есть мне нужно для прохода три штуки. Ну, давайте я просто попробую. Ага. Все, понял. Там не вода, там пустота. Ну, хоть меня в эту трубу не засасывают. Так ведь? Да, не засасывает, нормально. Ага, то есть эти мирные. Ладненько. Так, здесь, в этом мне нужно собрать 4. Оп. Почему я не могу на корабль, допустим, тут попасть отсюда, наверх, туда? Я, по идее, долетаю.
Маленькая девочка наверняка заметила, что шарики разлома купятся для каждого этажа. Купятся для каждого этажа. Не обязательно собирать все шарики. Удачи, мафия открыла люк на следующий уровень для тебя. Золотая чайка полетела, нихера себе. Так, походу, еще, да, один где-то пустил? Или нет? А, нет, мне еще раз. Так, мне еще много. Так, все. А, у меня ХП восстановилось. Так, тут нигде ничего не спрятано. Мне еще один нужен. Воу-воу! А, меня просто кидаются. Ну, пока я не прошел дальше, мне нужно последнее воспоминание. Так, я не знаю, там пасхалка, не пасхалка. Ну все, походу. Но одну картинку я все равно не нашел. Тут нету. А, вон, нашел. Хех. Все, все найдено. Денежки, денежки, денежки. Мафиози. Короче, это обычные люди, которые пошли работать на завод, на рыбный завод. Но главарю надоело на самом деле постоянно вот это... рыбные дела, да, рыбной фабрики. И он решил, типа, отдохнуть на острове. Он собрал компанию своих рабочих. И они уплыли. Им было весело, они веселились. И после чего они нашли остров. На что капитан решил захватить это место. Они стали пиратами, поэтому... ну, мафиози пираты. И они захватили этот замок. Понятно. Хороший цвет.
Бля, можешь взять? Ладно. Колдовская шляпа. Не, не буду ее надевать. Ну слушайте, в принципе, дело в том, что я мог бы взять. У меня был бы украинская девочка. Разукрашенная. Блин, нужно было взять. Да я понял, это понял. Но у нас еще один разлом остался. Так, у нас остался только этот. Короче, до хера воздушных шариков, зеленые трубы. Это стройка, может быть, скорее всего. Да, это стройка. Да, вот, стройка. Канализация. Паркурчик, паркурчик. Легко. Угадывать время мы уже играли в Crash Bandicoot, я знаю. И в другие игры тоже большинство я играл. Мне нужно время. Ну вот и все. Оп, а вот это уже... Не. Все равно легко. Легко. Короче, выпадет раскраска, я ее забираю. Фиолетовый, давайте возьмем. Так уж и быть. Фиолетовая вещь. Разукраска, если будет та, которую я говорил, ее забираю. Я ее сразу заберу. Fade in time. Интересно, как она выглядит. Ну... Не. Ну, а пускай будет это. Как-то все равно. Да, вы надоели мигать. Что, в принципе, мы с вами закончили, ребят. Проходить целую... А, не закончили. Потому что у нас чего-то там не хватает. Жульничество на гонке. Давайте попробую акт. Вы можете не завершить этот акт в целом. Давайте я попробую. Просто попробуем. Хотя у меня же, подождите, у меня же для скорости есть этот. Ша, мы с вами сделаем, подождите. Вот и все. Ха-ха! Ракеты быстрее. А если мафия на ракете, мафия быстрее. Самый быстрый человек на свете. Маленькое дитя хочет гонку с самым быстрым человеком на свете. Мафия украла частицу времени.
из штаба квартиры. Если ты выиграешь, мафия даст тебе ее. Мафия не уверена, что переживет это. Но хотя бы мафия умрет как самый быстрый человек на свете. Давайте. Get ready. Go! А нифига, он вообще очень быстро как-то добрался. Он очень быстро это сделал. Подожди, нет, я понял. Спасибо. Еще раз пробуем, если нет, то нет. Ха-ха! Литл, it is on! Get ready! Go! Не, он слишком быстро. Короче, когда замок, значит, мы даже пытаться не будем. Поэтому, ребята, мы отправляемся на корабль и заканчиваем. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.